Футбольный тренер Виктор Гончаренко не вернется в Екатеринбургский «Урал». По сведениям агентства теленовостей, в контракте белоруса есть пункт о том, что он может расторгнуть соглашение в одностороннем порядке. Чем Гончаренко и воспользовался, написав заявление об уходе по собственному желанию. Вместе с главным тренером в Минск вернулся и помощник главкома Руслан Зубик. В распоряжении «Урала» до сих пор белорусский тренер Вадим Скрипченко, а также приглашенные Гончаренко вратарь Живнов и защитник Мартынович. Руководство «Урала» высказывает надежду, что главный тренер вернется к матчу «Терек-Урал». Российские СМИ, в свою очередь, намекают, что этот поединок, возможно, будет носить договорной характер.